Ой. Приятно, что... Ой. Апч. Раз, раз. Раз, два, раз, два, раз. Апч. Апч. Раз, два, раз. О. О. Приятно, что вас стало меньше. Попрошу публику пройти в зрительный зал. И некоторых музыкантов. Закройте буфет. Да, и не надо. Не В шубе очень жарко. Очень жарко, и все чешется. Мало того, она пахнет собакой. Не просто собакой, а даже моей собакой. Прямо. Так, в следующей песне, прошу прощения, одну секунду. Пожалуйста, не думайте, что это реклама. Ну, или автор к чему-то призывает. Он призывает только к одному. На минутку остановиться и задуматься о происходящем. О происходящем, да. Немножко восточные такие мотивы, но... Господи, они, по-моему, там играют в настройку гитары. Или сочиняют новую песню. Как вы думаете? По-моему, какая-то неинтересная. Кто произнес это слово? Первый. Кто это сказал? Наконец-то. Молодцы. Только...
побежишь, не беги, покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Выпивают полтораста. Мы говорим «да», когда нет вреда. Только тогда, когда нет вреда. Владельцы черных бутылок, не прячьте глаза. Бесконечные возможности. Честному без обмана. У волшебника Сулеймана все без обмана. Владельцы черных бутылок, не прячьте глаза. Бесконечные возможности. Еще две. Покури гашиш. Зачем спешишь? Покури гашиш. Куда бежишь? Покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. Куда бежишь? Покури гашиш. Зачем спешишь? Сядь, покури гашиш. А теперь очень медленная и страшная песня про двух диджеев и про их судьбу. Андрей хочет выпить за их здоровье бутылочку воды. Честно говоря, вот именно, обидно немного. Промежутки. Сейчас, если можно,
теперь в каком горе? Следующая песня, там текст слушать не нужно, но это одна из немногих песен, где можно в припеве петь, спеть вместе с нами. И там очень легко, на самом деле, очень простая гармония, и слово очень простое такое, которое, ну, одно и все, и составляет припев. Нет, нет, нет. Thank you.
водка, Бойко Мичич, суперстар. А чё, помните, да, её? Не, не будем. Ну, сложная песня. Сложная песня, да. Поэтому... Поэтому песня от лица девушки, пожалуйста, вы все знаете текст, если я буду его забывать, пожалуйста, вместе со мной. Хорошо? Я написал ее 20 лет назад, 20 лет прошло. Представьте себе, сколько сейчас этой девушке лет. Ей тогда было 17, ну, примерно, она поступила на первый курс института. 17 лет, через 20 лет, сейчас ей сколько уже? В нашей песне ей по-прежнему 17. Вот так же, как и было. Она до сих пор сохранилась вот такой же, как и была. Пока еще девушка. Хочешь сказать, давайте за это и выпьем. Выпьем после. После. Приобрела с Михаилом. Миша! Я закончила среднюю школу, и родители мои захотели, чтобы я в институт поступила престижный. Мне нужно ехать в столицу. Москву! У меня есть подруга Наташа, мы с ней вместе учились в школе. Средний! Родители мне предложили, чтобы я взяла с собой подругу. Напрасно! Когда мы прощались с Михаилом, мы, наш очень очень, очень. Мы поклялись с верой за другу и твердо решили жениться. Жили там вместе с Наташей. Пойти еще. Наташа очень изменилась. Она выходили все вечеринки, пили, курили. Подруга домой приводила парней, я чувствовала себя неловко. Еще бы. И однажды, вернувшись домой, я настала там четверых. Наташи не было дома, а парни пили спиртное. Вот. Я очень испугалась, убежать пыталась, но парни закопаны дверь. Что-то тех, да? Рядом со мной сидела Даша лицою, была в слезах! А в институтке, и готовила со своим сутенером. Ну, сука, не оказалось. Заработала. Твой, Миша! Мы были в квартире одни. А дальше что это не? Делал ей приложение, подруга! Что-то плохое. Я приехала домой, мне мама сказала, что Наташа выходит. Ого! Она имела виды на Мишу, и вот и теперь он стал ее женихом. Ага. Она наговорила про меня такое, что волосы у Миши шевелились. Разобе! Было ему обручальное кольцо, и больше я не встречалась. Никогда! Вот так я осталась одна. Разобе!
остальное. Надо уже, конечно, перейти в барды. Сидишь себе спокойно на стуле с бородой в свитере и песни нет, поешь. Нет, ты хотел сказать, все тебя хлопают. А не в барды. Комары, да, костер там, это, ну, я все это знаю. Это нормально. Грушинский. Грушинский фестиваль, ну. Ой, господи. Сейчас, подожди. А это моя любимая песня? Да, твоя. Короночка. Тут можно всем подпевать и петь все, что угодно. Академика Курчатова усы. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова бородка. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова усы. О, теперь на трубах нормально будет красиво. Академика Курчатова усы. У меня не такие, конечно. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова бородка. Академика Курчатова, Курчатова, Курчатова. Академика Курчатова усы. А теперь они все по очереди покажут, какие они охуенные музыканты. Песня была написана Денисом Медведевым, ну, как вернее, мной, для моей подружки, ну, в то время, да, 20 лет назад для моей подружки, она была еще очень юна, сейчас она уже давно замужем, родила двоих детей и совершенно счастлива, вот, аранжировку сделал Денис Медведев, а песня была написана так, чтобы спел ее Гриш Сологуб, но, понимаете, все покойники,
поют иногда эти песни. Монечек, пожалуйста, спой. Песня про любовь, конечно. Так, спокойно. Глаза твои бесстыжие, бесстыжие глаза. Песня другого композитора. Мы на законных основаниях ее используем. Да, и мы специально эту песню выбрали, потому что Гриня Сологуб в свое время посылал автора этой песни за пивом. Поэтому ему Грине Сологубу было петь легко. Я не знаю, как Мону сейчас. Но Мону тоже легко. Не-не, я называю такие имена и фамилии, никто их не знает и не помнит. Да и слава богу, Господи.
Васютка был, и Михрютка. Ну? А теперь другая песня. А, почувствуйте свинг этой песни. Свинг, свинг, понимаете? Когда не просто это притопываем, а когда притопываем, еще немножко жопой покачиваем. Его не слушайте, господи, орет сам не знает чего. А, понимаете, не то, что вот так топаешь, а топаешь еще и это, ну, ягодицу так. Ой, господи, хули вам объясняют? Обе.
Спасибо. Грустно и жаль прощаться. Все было довольно мило. Желаю и вам как-нибудь нажраться небесного пива. Москвички две косички. Ася. У узбечки 25. Двойной узбек. Может, это вряд ли музыка, цирк, а потом... Проблема на сцене легкая. Белая, белая, белая.
объятые. А ты играешь со мной в эти прятки проклятые. Но если только вы упросите руководство клуба, чтобы мы еще сыграли. Потому что уговор был до половины одиннадцатого. Я поэтому часы даже не снимал. Давайте мы сейчас уйдем, а вы попросите не нас, а Олю. Thank you.
мы сыграем песню, написанную нашими друзьями. Она как нельзя больше подходит нашей группе. Группа товарищей, а чего? Хорошая группа. Срубился во сне. Вдруг, сука, поздно ночью ты приходишь ко мне. Обкуренная, пьяная, пустая, злая. На вопрос, где ты была, пошел ты нахуй, мудак, не знаю. Я конкретно удивился, не знал, что сказать. Наверное, нужно было сразу тебя нахуй посылать. Дура, тебе скоро будет за 20. Пора уже заканчивать с рейвом танцеваться. Приходила бы ко мне пустой. В то же время друг мой Сеня приходит ко мне. Сеня как волшебник в старом детском сне. Он приносит все, что надо, пузырь и косово. И мне кажется, что я опять люблю тебя. Спасибо. Грянет музыка, цирк закачается. На этом наше представление кончается. И еще разочек. И третий. И все, хватит. Дискотеку включай.